В Ульяновске прошло совещание Ассоциации региональных расчетных центров. Организатором события стал РИЦ «Ульяновск». Участники встречи обсудили выработку стратегии развития ассоциации, план проведения мероприятий, охватывающий все субъекты страны, а также план мероприятий на 2021 год. В совещании приняла участие председатель Совета Ассоциации региональных расчетных центров Марина Файрушина. В беседе с нашим корреспондентом Марина Анатольевна рассказала об Ассоциации региональных расчетных центров. Ассоциация региональных расчетных центров на сегодняшний день насчитывает порядка 28 членов. И география у нас по нашей стране от Дальнего Востока до, соответственно, западных границ. Ну и, в общем, также с севера на юг. На самом деле у нас в стране 65 миллионов домохозяйств. И вот членами нашей ассоциации, собственно, обслуживается порядка 30 миллионов лицевых счетов. То есть это достаточно большое количество. Не зря выбрали город Ульяновск, потому что, значит, как раз вот РИЦ является нашим одним из учредителей ассоциации. После совещания члены ассоциации ознакомились с работой Центра управления городом в Ульяновске и посетили одно из отделений РИЦ «Ульяновск». Марина Файрушина высоко оценила работу организации с населением и органами власти. Мне больше всего понравилась как раз вот эта вот синхронизация базы данных с МВД, синхронизация с тем, что люди не приходят два раза, а приходят один раз, получая, грубо говоря, там прописку или выписку, они через какое-то время автоматически получают либо, как это, не начисление, либо начисление, да. Потому что, вот, ну, например, даже для Москвы, хотя там достаточно продвинутый МФЦ, ну, как бы людям приходится лично, очно приходить два раза. В отделении РИЦ «Ульяновск» участники встречи ознакомились с организацией работы расчетно-кассового центра, спецификой работы паспортного стола, а также протестировали оплату через платежный терминал с помощью системы быстрых платежей, сервиса Банка России для оплаты с помощью QR-кода. Мы протестировали сервис, как можно оплатить с помощью систем быстрых платежей, которые внедряет Центробанк России. Вот как раз в качестве одного из пилотных проектов было реализовано в городе Ульяновск. И, в принципе, мы посмотрели, что достаточно все эффективно работает. Одним из участников совещания стал Денис Шабарин, генеральный директор компании «Петроэлектросбыт» из Санкт-Петербурга. Денис Евгеньевич рассказал о том, что опыт РИЦ «Ульяновск» был успешно внедрен на территории северной столицы. Мы с компаниями АИС «Город», которые работают в Ульяновске, работаем уже порядка около 6 лет. И, по сути, это наш стратегический партнер. В Ленинградской области мы реализовали, помимо своей деятельности, основной расчетной, достаточно большое количество проектов, связанных с субъектом. То есть для правительства Ленинградской области реализовали, допустим, такой проект, как региональный сегмент ГИС ЖКХ, Центр льгот. Сейчас идет реализация проекта по квартирной карте. Все это нам помогали коллеги из Ульяновска. Участники ассоциации решили встречаться чаще в живом формате для продуктивного взаимодействия и обмена опытом.